10 писулек за 2 недели. Это номер 11. Не потерять бы интерес в омут с головой, погрузившись во вновь открытом деле. Тем вокруг слишком много, но пишется все еле-еле. Ночью писать, с утра диктовать в одинокой постели. Начинал с рифмованной жести, потом нотки лирической лести. Теперь напор прет сокрушительный, в ахере все, тем более родители. Жизнь это нифига не опыт, это только уроки. Как типа надо и не надо, по чьим-то вымышленным прихватам и мнениям. Не за поиском одобрения или какой-то глобальной цели. Стучу по экрану пальцами, пока не посинели. Увлекаюсь манерой интонации, второй друг в голове помогает. Я пишу, а он диктует, задавая ритм для второго абзаца. Ямпы или хоры мне не нужны, мои строчки безбашенные, в основном в черный окрашены. Когда мы вдвоем, то как будто фристайлим. Похоже на игру престарелых рэперов, того самого, что совсем недавно умер. Затрахав все поколения, непопулярный и никчемный. Единицы слух радуют, метры стали маргиналами. Умрут ли, вспомнят ли? А текст на экране или на бумаге будет жить всегда. Облачай или нет строчки в музыку, дело каждого. Мода диктует звучание и ритмику. Гораздо весомее представлять мимику, видеть ее же с подобия сцены. В темной квартире или пространстве немноголюдном, где собраны таланты без регалий, видящих этот мир насквозь, чувствуя кожи, где лучше быть осторожнее, а где расчехлить ножны. Но по сути перебороть бы лень и жути, не бояться и делать. Руки в черной крови, будто в мазуте. Пошел с сумбур от второго идиота, заигравшегося в интонации будущего прочтения. Для повышения градуса тональности и увеличения количества строчек. Все это уже похоже на какую-то работу. Удовлетворение полного от нескольких экранов пролистанных, позже натужно записанных. Вот тебе маленькая тайна, я не исправляю ошибки и не меняю строчек. Херачу просто сплошняком без заморочек, потом также и читаю, ничего не исправляя. Потому что в этом нет претензий, нет жажды огласки. Просто хочется, когда сгущаются краски или не хватает ласки. А может, недостаток внимания или отсутствие понимания. Или корешки растут из детства, где вроде бы все было здорово. Передаю привет психологам. До хера морали и очевидной швали, о чем бы вы написали.